Популярный в соцсетях енот Йоки решил, что в лесу ему будет лучше, чем в квартире, и сбежал от хозяина, хотя тот кормил его креветками и даже делал массаж. Для поисков Йоки развернули целую спецоперацию. В Ленинградской области побывал и мой коллега Андрей Захаров. Он расскажет о том, как ищут беглеца. В лесах Выборгского района сейчас проходит поисковая операция по масштабам, напоминающая план перехват. Все эти люди ищут сбежавшего перед самым Новым годом домашнего енота Йоки, которому нет и 2 лет. Масштабы поисковой операции впечатляют. Леса прочесывают сотни человек, ведь потерялся едва ли не самый популярный енот Петербурга. И ради восходящей звезды соцсетей на помощь пришли те, кто Йоки раньше ни разу не видел. Это вот наш путь вчера. Около 25 километров мы обошли полностью карьер. Перебирались через речку. Александра с подругой из Петербурга из тех, что поочередно дежурят в природном парке. С утра до вечера со своими доберманами и голландской овчаркой они всего на шаг отстают от проворного Йоки. Он же ищет нору, он же норное животное. Собаки лезут туда, но, скорее всего, его там уже нет. Проблема в том, что собаки дневные охотники, а еноты активнее ночью. Именно в это время их чаще всего и теряют неопытные хозяева. Скорее всего, мы дверь неплотно закрыли. В принципе, он и сам может дверь открыть, если она не закрыта на ключ. Он же достаточно большой, он может дотянуться до ручки. Для хозяина пропавшего енота, частного детектива Антона Васильева, поиски своего собственного питомца и, как он говорит, члена семьи стали самым тяжелым расследованием за всю практику. Еще бы, ведь жизнь Йоки в петербургской квартире, кроме как райской, и назвать было нельзя. Манговое пюре, креветки и ежедневный массаж. За медийного енота обещают вознаграждение в 50 тысяч. Этим уже пытались воспользоваться нечистые на руку поисковики. Нам хотели дать не нашего енота, выдав за нашу. Но все еноты отличаются друг от друга. У них узор на мордочке, в принципе, как папиллярный узор на пальцах у человека. Своего они узнают из тысячи. Но как разбалованный ежедневным вниманием енот мог бросить таких заботливых хозяев? Просто так и правда не мог, объясняют в Центре передержки диких животных. Но у енотов сейчас период спаривания. Видимо, с прямого пути Йоки сбила любовь посильнее хозяйской. Один такой половозрелый енот в одиночку запросто роняет наше оборудование. Поэтому, когда маленький детеныш ради развлечения, купленный в интернете, превращается в дикого хищника, люди либо сдают ненужное животное в приют, либо просто выбрасывают. Йоки повезло. Его ищут чуть ли не всем миром. Поиски осложняются порывистым ветром и практически непрекращающимся дождем. Мы только начали, уже промокли до нитки. Впрочем, для енота это идеальное условие для того, чтобы свернуться клубочком и заснуть. Животные редко роют себе норы, селятся в основном в дуплах деревьев, но учитывая то, что вокруг очень много брошенных домиков, дач, то беглец может оказаться практически где угодно. Поиски не прекращаются ни на час. Вот буквально. Андрей Захаров, Денис Костюк, Наталья Ленькова и Григорий Петухов. Известия специально для телеканала 78.